А хули? Нет, Вован, так не пойдет. Пора тебе лексикон расширить. А то, что не скажешь, то нахуй, то хули. Скажи лучше, увы. А если совсем не согласен, скажи, отнюдь. А если хочешь отшить кого, скажи, уйди, постылый, сгинь. Уйди, постылый, сгинь. Да, ну, одно словечко можешь от себя добавить. Только не больше. Уйди, постылый, нахуй. Уже лучше. Ты просто лингвист, мать твою. А хули, увы. Много их. Уйди, постылый, сгинь. Ебать, подожди. Уйди, постылый, нахуй. Этаж. Ой, они там вдвоем и сидят. Зайдет сзади. А хули, увы. Веками клан вели войну. И наш мир стал полем боя. Ты кто? Меня должны были казнить 2 дня назад. А я был в бою. Я тоже. Диверсионный отряд? Ягудза. Самый опасный убийца на нашей планете. Надо действовать одной командой. По-твоему, мы похожи на любителей командной игры? Боба на мосту лежит. Они нас слышат. Чуют. Видят. Бегите! Они учатся, приспосабливаются. Страх. Хочешь выжить? Заройся поглубже. А кто теперь главный? Родился заново. Как же их убивать? Как только можешь. Для меня война — дело личное. Все, кого я любила, теперь мертвы. Вот и настал этот день. Грядет новая война. Мы не должны останавливаться, пока не уничтожим их логово. Минус. Алло, а за вход? Да. Если у них клан плохой, то ли в нуле. Если клан хороший... Бля. Опять придется всех ломом усыплять.